Прямо сейчас подпишись на канал и поставь лайк, иначе этот паук будет ползать по твоему лицу, пока ты будешь спать. Автор этого ролика снимал на камеру огромный надвигающийся на поселение шторм, но смог заснять нечто удивительное. Сначала ему показался огромный силуэт, но потом стало понятно, что это не облако и не шторм, это нечто большее. Это гигантское существо не раз приходило к берегам Португалии. Все больше очевидцев снимает его на камеры. Говорят, что это Ктулху. Но кто знает, чем оно может являться на самом деле. Это видео датируется 2017 годом, но именно сейчас оно начало набирать обороты. На кадрах мы можем наблюдать городок Сан-Диего, вблизи которого находится Тихий океан. На видео был заснят ночной город с пасмурной погодой, но это не самое страшное, ведь через несколько секунд в кадре появляется вот это существо. No way. Dude, check this, man. Это никто иной, как Ктулху, который, судя по всему, пробудился после длительного сна. Размеры его действительно внушительные, находясь рядом с небоскребом, тот немного выше его. Также можно слышать гул, который издает этот владыка морских пучин. Это очень пугает, ведь по некоторым преддвериям, после того, как он проснется и выйдет из глубин океана, в течение 7 лет на Земле будут происходить различные катастрофы и катаклизмы в невиданных ранее масштабах. А это пугающее видео было сделано в Атлантическом океане совсем недавно, и то, что на нем запечатлено, просто неописуемо. Мы видим, как из воды сквозь туман поднимается нечто воистину огромных размеров. Оно начинает размахивать своими большими щупальцами, и спустя некоторое время оно обратно уходит под воду. Возможно, мы сейчас могли наблюдать настоящего кракена, который пробудился после долгого сна. Или, быть может, это все-таки был Ктулху? Пишите в комментариях. Это видео было снято в Майами, штат Флорида, во время урагана, который потряс весь штат в сентябре 2017 года. Трудно что-либо увидеть из-за ужасной погоды, но похоже, автору ролика удалось запечатлеть нечто удивительное. Смотрите внимательно. Гигантское существо вдали издало громкий рев, после чего незаметно исчезло. Этот монстр, очевидно, движется к чему-то и имеет огромные конечности. Существует большая вероятность, что это монтаж, поскольку нечто громадное было бы в новостях по всему миру. Мужчина прогуливался по берегу Атлантического океана и снимал красоты этого места, но он явно не был готов столкнуться с этим гигантским существом. На кадрах мы видим, как далеко из океанских глубин появляются щупальцы кракена. Делая выводы из увиденного, можно понять, что он воистину огромных размеров. Взгляните на эти жуткие кадры. В объектив камеры попал огромный монстр. Если верить словам автора ролика, то он уже давно за ним охотился, и ему все никак не удавалось его заснять. Появлялся он только во время грозы. Thank you.
если присмотреться, то можно увидеть, что вокруг него появляются красные молнии. И в городе в тот момент отключилось электричество по непонятным причинам. Наверняка эти два феномена как-то связаны между собой. Если монстр электрический и таких огромных размеров, то он вполне мог вывести из строя электронику. Однако камера автора ролика находилась на достаточно большом расстоянии, и он смог заснять его. Я не знаю классификацию данного существа, но передвигается оно на четырех лапах, и у него есть огромные рога. Если вы знаете, на что это похоже, то дайте мне знать в комментариях под этим видео. Это видео намного впечатляющее предыдущих. Неизвестный автор в 2015 году заснял гигантского морского монстра с несколькими головами. Он двигался в неизвестном направлении и через несколько минут вовсе исчез из виду. Больше его никому не удавалось заснять. Но ведь это точно не Кракен и не Ктулху. Но тогда что же это за монстр такой? Если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях.